Летний отдых должен быть интересным и доступным для молодежи и приносить пользу для здоровья. Физкультура и спорт делают нас сильнее и здоровее. Все лето в нашем районе работают спортивные площадки. Мы побывали в Анастасиевском сельском поселении, где вопросам развития спортивной базы и организационной работы с юными спортсменами уделяется большое внимание. Кипит жизнь на площадке около спорткомплекса «Олимп». Здесь можно поиграть в футбол, волейбол, позаниматься общей физической подготовкой, легкой атлетикой. Я занимаюсь легкой атлетикой уже 10 лет. А в свободное время по вечерам я посещаю площадки. Там мы с друзьями играем в волейбол, баскетбол, футбол иногда. Я выбираю здоровый образ жизни, и я получаю огромное удовольствие от занятий спортом. И думаю, в будущем я буду продолжать посещать спортивные площадки и заниматься. Спортплощадка около 21-й школы в хуторе Ханьков. Любимое место отдыха для детворы. Ребята с удовольствием идут сюда на встречу с друзьями, соседями, одноклассниками. Участие в спортивных состязаниях – хорошая возможность не только совершенствоваться физически, но и завести новых друзей, почувствовать себя командой. Конечно, ребятам помогают власти поселения. Ежедневно на площадке спортивной Анастасиевского сельского поселения приходит очень много молодежи. И взрослых, и ребят младшего возраста. Так как наши спортивные площадки многофункциональные, у нас есть площадки и для волейбола, и для занятий футболом, баскетболом, тренажеры. Поэтому как бы люди разных возрастов могут найти себе увлечение по душе. Мы стараемся делать все возможное, чтобы завлечь сюда молодежь, и детей, и взрослых, постараться сделать их досуг веселым, активным, здоровым. Анастасиевская территория спорта. Спортплощадки, как видим, не пустуют. Совсем скоро в школах прозвенит первый звонок, и ребята, окрепшие, набравшиеся сил в летнее время, приступят к учебе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».